Ульяновские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. По вечерам злоумышленник звонил на номера ульяновцев, представлялся близким родственникам и сообщал о дорожно-транспортном происшествии, которое он совершил. А чтобы якобы урегулировать вопросы с правоохранительными органами, требовал деньги. Таким образом, у 92-летней пенсионерки было похищено 27 тысяч рублей, а у 39-летней жительницы Засвияжского района украдено 15 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В результате проведенного совместно комплекса оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками Управления уголовного розыска регионального ОМВД и отдела уголовного розыска ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска предполагаемый злоумышленник был установлен. Им оказался 39-летний ранее судимый житель города Магнитогорск Челябинской области. Задержанный в конце ноября находился в спецучреждении системы исполнения наказаний Челябинской области за совершение различных преступлений. Впоследствии ему изменили наказание за исправительные работы, не связанные с лишением свободы. Однако свою противоправную деятельность мужчина не прекратил.